Yo, sim privet dari terus ya, dapat masalah banget nempel natural partai anak. Ana Zabila. Dafne ini video list dah. Kita sekolah kah video music? Chat minggu. Dah, Pian Nina Zat. Dah, oke, kita bersama Oksana. Kita bakal mencoba makanan-makanan Indonesia. Nada попробовat Indonesia ski blue dah. Да, да. Попробуем. А ты вот это попробовал? Нет, я не пробовала. Ты уже сказал, что это клейкий рис. Клейкий рис, да. Да, я такого не пробовала еще. Я не знаю, что вот это такое. Это es cendol называется. Это индонезийский, а вот это тайский, наверное. Снимите это, пожалуйста. Это очень похоже на окрошку визуально. Окрошку визуально? Окрошку. Окрошку. Ты видел окрошку? Да. Похоже на окрошку визуально. Да? Да, я тебе покажу потом окрошку. Давай. Sticky rice называется sticky. Sticky clayky rice. Uh-huh. Да, вот. Когда ты смотришь вот этот десерт, что тебе больше нравится? Интересно. Вот это вот мне это. Интереснее. Давай да. Вот это сначала. Окей. Попробуем. Es cendol. Это сладкий. Сладко. Хорошо. Да, да. Давай ты первый. Я первый. Я первый. Я не обманул тебе. Я тебя не обманул. Серьезно. Ну ладно. Не ладно. Это пальмовый сахар. О, сейчас давай вместе тогда. Там есть нанг. Это выглядит очень вот, странно. Вот, давай вот это с этим. А где она? Ини нанка я здесь. А, о. Все. Раз, два, три. Вкусно, да? Очень вкусно. Я не обманул себя. Вау. Вау. Это очень вкусно. Очень вкусно. Еще? Да. Это индонезийское? Это индонезийское. А это тайское. А как называется вот это? Es cendol. Es cendol. 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 Sobat jelasin deh. Ya udah, habisin aja. Это похоже на молекулярную кухню. Пробовал? Молекулярная кухня? Что такое? Не пробовал. Ладно, проехали. Поехали, да? Это я не знаю, что это такое сейчас. А по ней? Вот это. Сливки. Коконат. Да, коконат. Коконат. Типа пластик. Soalnya ini es cendol ada kayak es krim gitu loh. Как ты думаешь? Это не мороженое. Да? Сливки. Это сливки. Ну как сливки, взбитые сливки, да. Давай с этим попробуем. Ты что? Нет. Вкусно. Цветочек. О, да. Не могу обмануть. Ты знакомишь меня. Сколько оценков? 10? 10, 10. 10. Окей, сендол мантап. Terima kasih. Next. Рис, да? Клейкий рис. А это сверху... Надо вот это. О, это что такое? Это соус. Да, давай. Так, ну давай. Это манго, да? Манго. Получается. С это соусом. Иди, ада клейкий рис, стробери, манго. Манго, манго? Манго. Манго. По-русски манго? Манго. 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 Masih dicium ya? Это странно. Почему странно? Это очень самое вкусное. Это как просто рисовая каша. Да, пасты. Но да. Это выглядит как рис. Выглядит как рис, но это... Я бы не сказала, что это десерт. Это завтрак. Чего? Это десерт. Это всегда десерт в Таиланде, очень, очень популярный. Поэтому в Индонезии все много покупали. Да, ну так, на пятерочку. А? Среднячок. Пятерочку? Крайне долго не урал, друзья. Мантап буленье. Вот я клубничку отсюда. Можно? Окей, можно. Стащу? Спасибо. Да, пожалуйста. Ой. Кислое. Кислое, да? Ну, в принципе, прикольно. Прикольно, да? Ну так, на разочек. На один разочек. Oke, ini nilainya 10 es cendol. Kalau sticky rice, mango sticky rice itu 5. Peter. Да? Да, да. 5 из 10, а это 10 из 10. Oke. Next, следующий. Wow. Это iga sapi. Это saya suka kusat здесь, oke? Потому что сырисом. Я не могу кусать, потому что я не могу кусать говядину. Смысле? Мусульмане не смогли бы покусать. Нет, мусульмане это свинина. Свинина. А я индуизм. Говядина. Говядина. Но не все индуизм не кусать говядину. Не могли бы кусать. Есть некоторые семьи, уверен, что мини могли.
типа... Понятно. Панеда, да? Да. Окей. Просто ты здесь... А, ну ты бульон можешь, да? Бульон? Что такое бульон? Ну вот то, что ты сейчас делаешь. Да. Интересно очень. Вот, надо попробовать сюда. Это картошка? Да. Давай, попробуй. Ой, ну сейчас мясо отковырну себе. Ой. Ой. Давай. Вот, все, пробуем. Попробуем. Как это называется? Игаба, игасапи. Пробуем. Вкусно? Это говядина. Ой, это очень вкусно. Очень вкусно, да. Я не могу кусать, я хочу. У тебя вон. Сколько оценков? 11. 11? Серьезно? Да. Давай, я хочу. Это очень. Оф, камера. No. Я хочу. Пахнет хорошо. Это личи. Да. Все, подписчики знают меня, что я нельзя кусать. Правильно. Все, мне достанется. Окей. Next. Yeah, jadi kita nyoba bebek. Да, по-русски, да. Утка. Утка. О, я, утка. Утка есть в России? Да, очень много. Ну, в деревнях выращивают утку и продают. А, да, серьезно? Я думаю, что утка нету вовсе. Не, есть много. Это которая кря-кря делает. Квек-квек. Да. Россиян, оба, квек-квек. Кря-кря. А если кот? Мяу. А у вас как кот? Мяк. Не, это Бориски. Мяк, гиду. Не, если звать кота, то кс-кс-кс. А собаку как зовете? А, ну... А, ты? Да. А кусать или нет? Кусать. Ну, давай кусать. Бебек, смотри, бебек. Давай. Я обожаю, знаешь, что вот эти вот штучки. Как это? Это ростки... Ростки... Сои. Это росточки сои, нет? Называется тоги. Не знаю, мы в России называем ростки сои. Ростки сои. А здесь называется тоги. 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 Окей. Да. Ты попробуешь вот это? Да. Рис зеленый. Хорошо. Зеленый. Как он? Желтый. Желтый. Это арабу баса русская, я забыл по-русски. Во, я вот этот возьму, можно? Какой именно? Давай с рисом. Давай я тебе. Да, все. Давай, раз, два, кусай. Мне нравится. Нравится? Угу. Давай попробуем. Не хочешь? Это лук? Да. Не хочу. Кита пакай самбаля. Вкусно. Ням-ням. 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 Сколько оценков? Здесь 9. 9? Почему 9? Потому что для меня чуть-чуть островато. Тут что-то остренькое есть для меня. Чувствуешь? Ну, чуть-чуть. Вот, из-за этого 9. Понятно. Окей, let's go, последний. Окей, jadi kita nyoba iga babi. Вот это свинина, я могу кусать. Ага. На. А! Это острый, наверное. Ладно. Давай. Очень вкусно. О, остро. Остро? Серьезно? Да. Ой, соус очень острый. Sorry. Вот, kita, мы попробуем. Острый? Да. Не, kita coba ya. Нет? Острый. Spicy. Ну, нормально тебе? Подойдет? Ну, без соуса. Без соуса, если не соуса, не вкусно, Оксана. Вкусно. Вкусно, не вкусно. В России вот это вот не распространено. Мы просто едим мясо. Макарнане хамбар смуа. Джагум, надо вот это попробовать. Давай попробую. Ой, не знаю. Не знаю. Ой. Это не вкусно? Нет, вкусно. Вкусно? Тоже, честно говоря. Мне нравится. Нравится? Вот это очень длинный. Ее полностью можно кушать, да? Да. Мучаешь. Ой, я такое люблю. А как называется по-русски? Кукуруза. Вот это кукуруза, это не кукуруза. А что это? Маленькая кукуруза. Вкусно, да? Да. Мне нравится. Это для меня это 10 от 10. Да, я тоже ставлю 10. Потому что чего? Потому что я очень люблю овощи и свинину. Очень вкусно. Да. Вот только без соуса. Если с соусом, то единица. Это очень вкусно. Окей. Aku coba nggak pakai sambel ya. Nah.
Sini, nggak pakai sambal. Beef toaster. Сразу падает. Пьет от 10. Последний вопрос. А что самое нравится? Больше всего мне понравилось вот это блюдо, да. Потому что ты очень вкусно сделал его с рисом. Я бы никогда не догадалась налить бульон в рис. А получилось очень вкусно. Да, вкусно, да? Да. А я, наверное, вот это. Вот это? Да, самое нравится. Потому что соус это для меня, это очень сладкий и чуть-чуть острый. Очень... Ну ты такой привык. Да, уже привык, да. Okay. Ya, jadi gitu aja kita sudah mencoba semua makanan Indonesia dan Asia termasuk juga ada Thailandnya. Ya. A few moments later. Ada ketinggalan satu lagi nih. Isu Ajin dessert. Nah. Oke, okay. Kita coba dulu. Ya, probu pertama. Udah. Oh, kita coba ya. Cuma tetap kue, saya seperti di. Kok kayak jelly gitu ya, kayak jelly. Orang balik kan dia balik kan? Sih, coba. Apa ya? Very tasty. Da. Wow. Super. Ini kayak lebih jelly gitu sih. Terus kayak ada buah-buah kecil gitu yang bikin pas di mulut tuh kayak ada kenyal-kenyal tapi ada yang keras-kerasnya juga. Oh. Mau apa sih? Ya, itu mau tempat klubnya spesial. Marzena ya? Ini warna. Marzena. Halo. Halo, Nada. Kita coba lihat nih. Itu что? Какао бобы или что? Или изюм? Это виноград? Сушеный. А кисмис? Кисмис, не знаю, кисмис. О, да, знаю, круто. Да. Пока кисмис. Ой, very tasty. Окей, kita habisin dulu. A few minutes later. Masih Mbak Oksana Uzi Paprovali. Ini Zabu cepat bisa sana Instagram, berapa Tena dan coba Instagram. OXANA. Точка. Точка. Точка как? Да, титик. K-O-H Nalistom. Nalistom. Dot, dot. Oke. Oke, segitu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Paka-paka. Paka. 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 Kusah. Ya, dapai. Ya, galot nih. Tak, ya, buat itu. Dapai, ya. Eh, iya, iya. Gak ada nanas di Rusia. Ngapain, Nebi? Buatan nanas. Tuh, liat. Terviras pas motret, rastot.